Привет, друзья! Приветствую вас из Гонконга, с выставки электроники. Эта выставка одна из крупнейших выставок во всей Азии. Здесь представлено огромное количество товаров, в основном, конечно же, из Китая. И товаров, на самом деле, очень-очень интересных, очень интересных решений. Одно из таких является специальная нанопленка. В медицине есть одна проблема. Обычные устройства, которые могут подойти для дома, для обычного бытового использования, могут быть непригодны для медицинских целей. Недавно я рассказывал про то, что был выпущен специальный медицинский смартфон, который выполнен с защитой IP68, с съемной батареей, с возможностью горячей замены батареи. То есть у него есть специальные функции, которые могут подходить именно для медицины. Одно из основных требований к медицинским приборам – это то, что они должны быть водонепроницаемые, чтобы их можно было мыть, чтобы их можно было обрабатывать различными растворами и так далее. И с этим как раз проблема. Вот китайская компания NanoFlo V2 представила специально свой наногель, который работает следующим образом. Мы берем плату, электронную плату нашего устройства, это может быть любое устройство. Здесь представлен обычный планшет, который в разобранном виде сейчас. Эта плата макается в этот раствор всего лишь на 5 секунд. Далее раствор высыхает, и плата становится водонепроницаемой. Мы видим, что сейчас прямо в реальном времени на нее капает вода, и вода просто стекает и не задерживается на этой плате. Тем самым устройство получается полностью водозащищенным. Также, что интересно, защищены получаются не только сама плата, но и коннекторы, то есть порты USB, micro-USB, то есть все те части, которые обычно подвержены именно воздействию какой-то жидкости, влаги. Здесь также представлено воздействие пара, то есть планшет просто лежит в таком так называемом хамаме, и с ним все хорошо, и он работает. Стоимость данной банки около 700 долларов США, и производитель заявляет, что этой банки хватит на обработку примерно 3000 таких вот планшетов. То есть это такое коммерческое решение для массовой обработки. Это может быть особенно интересно для тех ситуаций, когда обычные наши бытовые приборы становятся полезными в здравоохранении, то есть оценивают какие-то функции, параметры человека. Это могут быть, допустим, фитнес-браслеты, это может быть умная кружка и так далее, и так далее. Спектр применения вот этой вот чудесной нанотехнологии, он на самом деле огромен. Производитель заявляет, что данное покрытие, оно постоянно, то есть мы его наносим на плату, и оно работает на протяжении всего срока службы устройства. Единственное, что производитель не смог нам ответить на вопрос, как данная жидкость, данное покрытие будет себя вести с биологическими жидкостями, потому что они отличаются по составу, и они более агрессивны, чем вода, например, кровь, например, моча. Одной из ситуаций, например, могу поделиться, это урофлометр для домашнего использования, и нам пришлось полностью переделать конструкцию из-за того, что некоторые пациенты пользовались недобросовестно, и моча, к сожалению, попадала на плату разъема micro-USB. Причем пациент об этом не говорит, как правило, но прибор выходит из строя. И из-за этого нам пришлось менять полностью корпус и прятать эти разъемы. И вот такое решение здесь могло быть очень полезно. Спасибо большое за внимание. Специально для канала AOK из Гонконга. До новых встреч. Пока. Проблема в медицине, одна из проблем в медицине, одно из проблем, с которой сталкиваются люди, потребители, это особенно может быть интересно для тех ситуаций, когда именно бытовые обычные приборы приближаются к медицине, то, как данное покрытие будет себя вести с биологическими жидкостями, например, кровь, моча и так далее. Допустим, ладно.